Газуй, 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 газуй. Эй, подкоп... Всем привет, дорогие друзья! С вами Дима, Серега, Хогой, Бульбазавр, Дарк Драгон. Пацаны, скажите крутые слова. Всем привет! Здравствуйте, друзья. Я сегодня буду играть за преступника, а пацаны должны меня зажать и продержать меня 5 секунд. Если я не буду это время двигаться, значит считается, что пацаны могут меня мочить, ну и будет считаться, что они меня задержали. Если я перейду, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Все, давайте, ловите, ловите. 5 секунд. Я же профессиональный угонщик тракторов. Стоять, все, зажали. Нет, 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 это не счит... О, это баг, это я ничего не делал, но само. Обманул, обманул. А почему? Этот толкает, те не могут. Может, какой-то определенный момент? Ух ты! А этот пак разрушается машины или нет? Нет. На тракторе. А я хотел другую машину брать, смысла нету. А трактор тяговой хорошо толкает машины ихние. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Все. Все. Раз, держим, держим. Два, три, четыре, пять. Пять. Да я выезжаю! Я выезжаю! Все, ладно, поймали, поймали, поймали. Хорошо. Я думал, вы меня за трактор не поймаете. Давайте другую машину. Это официально, да? Типа поимка официальная. Хорошо. Давайте я сейчас возьму машину с мафии, она все-таки будет рассыпаться. И она медленнее, кстати. Давайте, я, например, украл вот эту старушечку. Конченую. Сейчас я ее перекрашу. Во-первых, она будет намного лучше управляться. Реалитет, да. Ну чё? Угнал машину, ловите меня, прямо сейчас. Куда вы, мама? Вот теперь я буду профессиональным угонщиком, потому что эта машина хорошо управляет. Видели, как я уклонился от удара? В последний момент. Ну все. А, друг друга толкают, вот дураки. Все, раз, два. Да это как-то быстро вообще нечестно. Пять, все. Все, 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 ну блин! Есть, я вырвался! Не поймали, не поймали! Кто ранили? Ранили? Та чуть не убили, 3 хп. Сейчас убью. Не-не-не-не-не, кстати, дырки остаются в машине, смотрите, как прикольно сделали. А! А, блин, там можно, кстати, проехать вовнутрь туда. Хорошо, хорошо, давайте. Поймали эту машину, но она не тяговая. А что вы скажете, если я возьму, допустим, грузовую машину? Давай. Снегоуборщик. Ее же тяжелее будет, правильно зажать? Ну, все-таки посмотрим. Это тяговая. Ну давайте. Покажите свой скилл. Сегодня мы тренируем это настоящих копов. Это тренировочные бои. Задержание. Смогут пацаны меня задержать? Полицейская академия. Смотри, как щенка. А не, кстати, я бы не сказал, что он мощный, это кусок говна. Раз, два, три. Я двигаюсь, я двигаюсь. Три. Зажимайте. Да и блин! Да ты, блин, что ты, блин? Ладно, у вас высший левел, реально высший левел. Поймали вообще наизично. Вам еще надо подтянуть стрельбу и будет хорошо. Но блин, вообще не газует. Толкает. Он просто не газует этот кусок говна. Ой, обстоятельства. Это бан. Газуй, 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 газуй. Эй, подкопти. Ого, это было прям вообще же. Так, и такую машину задержали. А что вы скажете, например, за автобус? Интересно. Все, дайте я уеду только, потому что вы меня опять за 5 секунд задержите. Так. Я скажу, когда можно будет. Все, давайте, ловите. Погнали.
Повышение квалификации закопа. Ауч. Спасибо, что подтолкнул. А ты что это? Сейчас ты меня поймаешь? Нет, нет, нет. Слава богу, мощи хватает, чтобы вырваться. Внутри. Один не может поймать, одному тяжело. Я туда не поеду, я туда не поеду. Опа, еще один. На помощь, подмога приходит. Сейчас мы тут красиво развернемся. Газуй, 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 автобус. Газуй! Ого, вас сколько. Ой, я не то нажал, я не то нажал. Да, дерьмо. Ломает. Что за жаль-то? Вы автобус-то пополам переломаете. Газуй, велосипед. Как-то странно он управляется. Эти сколько ходим? Я как в GTA реально убегаю через какие-то штуковины. Эй, а на машине можно проехать. На машине можно проехать. А, я тут дальше не проеду на велике? О, дерьмо. Все, я выезжаю. Я выезжаю. А вот теперь будет самый сложный левел. Я украл бронированную черную машину. Попробуйте, задавите меня. О, вы даже, кстати, не сможете меня... Смотри, стань впереди меня, я тебя просто толкну, как щенка, смотри. Да! Вот теперь вы меня не сможете придавить, никак. Это будет невозможно просто. Давайте, поймайте психичку, машину. Давайте такие же возьмем. Не, я вот кучу другую придумал. Любые машины можете брать, лишь бы меня поймали. Хорошо, у меня хорошая идея. Сейчас возьмем. Смотри, а я назад сдаю, и что ты мне сделаешь? Руби, ты тоже просто мощь! Давай, Серега, где вы? Я сдох. Жду вас. Дима, ты... Вначале вы прям жестко меня ловили. Сейчас что-то у вас совсем плохо. Это что, у вас командировочные там кончились? Не, мы после отдохнули, все, мы пьяные. Обед у вас, да, пацаны? Не, мы пьяные. У полицейских обеды. Новый год. У нас до сих пор новый. О, задави, давай, поймай меня, попробуй. Придавите, 5 секунд. Не можете, я знаю, что я профессиональный в этот раз. Раунд нет. За мной. Давайте, 5 минут на то, чтобы меня придавить к стене и не дать двигаться. Хорошо. Время пошло. Фигу, я разгоню. Да, я могу даже просто стоять и ничего не произойдет. А ну, стой. Прощай, 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 мне пора уже сюда. На Airbot, это я же, ты даже меня не придавишь никогда. Ай, врезался. Хорошо, хорошо, мне нравится, как я наваливаю. Машина очень мощная. Ого, а что это за этот, за танцы на машине? Это баг какой-то или у меня только такое? Две машины друг в друге. Чё ты, меня не можешь поймать? Давай, дави. Смотрите, даже я вам поддаюсь. Просто нажму сейчас газ. А, нет, там танк. Я знаю, танк меня зажмет. От танка подальше валить. Куда поехал от меня? Смотри, смотри. Чё за баги? Танк, танк! Блин, вали, 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 Димка! Всё, попался. Блин. Попался. Нет, танк. Танк сдвинул с места, вот это психически. Ё-моё, балбес, как ты мог так... Красавчик, красавчик, научись водить машину. Красиво, видели, как уклонился в последний момент? О, еще один танк, хана тебе. Давайте, давите, давите, вы же не сможете это сделать. Все. Назад, назад, быстрее, ментовский разворот, как учили. Не, без патронов, задавите просто. С патронами вы сейчас меня стреляете, я умру с одного раза. Задавите, карта манюсенькая, на умение. Ого, чувак отлетел, извини обстоятельства. А кто по тебе стреляет? Кто по тебе? Да нет, рядом пролетел патрон случайный. Рандомный патрон. Все, стою, жду вас. Даже не двигаюсь, возле пиццерии. Тут пицца нарисована, жду вас. Мы пока проверим. Да, конечно. А, тут же тупик. Эй! Будем рад тем, что моя машина маневренней. Зажимайте его, ребят. Ну, боже мой, ну чё я его... Ого, я танк толкаю. Серёжка!
Сжимайте Димку. Жопку пригореет, он и Сереги хочет так поймать, а не может. А я поймаю тебя все равно. Жду тебя. Зажимайте его, ну вы что делаете, а? Еду. Серега. На спаун едьте, дурачки, ну вы чё, ёпер. Я вас на спауне всех жду. Садись, ё-моё, я вижу, что ты забаговался. Садись. Ого, у нас тут борьба с танком, Серега. Кто кого сильнее, давай, танк, жми на весь, на всю вперед с шифтом. И я жму шифтом. Кто кого? А, нет, танк сильнее меня. Ого, танк бодается. Надо сваливать. Я сваливаю, танк, прощай. Танк, пусти меня, падла! 1, 2, 3 Я двигаюсь, я двигаюсь! Меня зачем перевернул? Вали, 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 Димка! Я опять свалил. Кстати, вот на этой машине тяжело меня поймать. Очень. Она реально очень маневрена. Кстати, кто-то из вас запорол. Надо было просто давить, 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 он газ бросил. Не, я давил на всю. Давил, да? Вырвался просто. Бум! Ментовскую машину толкнул. Там бери чек. Серега, это ты приехал? Да. Видишь, какой ты водитель? Да тебе. Че за баг? Кто кого? Ребят, давай, я газу спал. И ты газу. Вот. А, у тебя слабая машина, даже без шифта. Давай, дави Серегу, дави, дави, дави. Ой, боже мой. Ладно, ладно, можете стрелять по мне, потому что вижу, без стрельбы вы меня не поймаете. Мочите меня на танках. Не могу. Можете, можете. Да господи. Так, валим сюда. Ты куда улишь? Блин, я застрял. Я сам себя застрял. Газуй, машина моя. Я застрял. Я просто застрял. Пожалуйста, машина. Хоть куда-то едь. Че, нашел меня танкист? О, спасибо, что вытолкнул. Привет. Один. Да дай выехать, все. Зажал. Проиграл я в этот раз. Где? Да вот он меня зажал возле дерева. Тупо поймал меня. Молодец. Поймал. Ну что, стреляйте. Я... Отстреливайте меня. 5 секунд. Правый прошли. И блин, в голову. Я так хотел в здание забежать. Такое лицо. И, друзья, ну что ж. Если понравилась эта серия, выходите еще. Ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. Комментируйте. Смотрите в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения. И всем пока. Это сейчас.